Всем привет! И у нас здесь Эльфон снижает цену на P8 с 6 гигабайтами ОЗУ и 21 мегапиксельной камерой. Какая из деталей смартфона самая важная, считаете вы, а? Согласно актуальным исследованиям, 88% пользователей сперва обращают внимание на камеру. Производители подстраиваются под эти условия и пополняют фирменные линейки гаджетов камерафонами. В начале 2017 года Elephone выпустила сразу две таких модели – P8 и P8 Mini. Теперь в сети появились примеры фотографий со старшей модификацией, и любой желающий может оценить их качество. Кроме того, аппарат теперь доступен со скидкой на AliExpress. Elephone P8 оснащен 21-мегапиксельным модулем, основной камерой с сенсором Sony EMX230. Производитель обещает, что модуль без проблем снимает в условиях плохого освещения и умеет создавать снимки с эффектом боке. На передней панели девайса расположилась 16-мегапиксельная камера с модулем Samsung 3P3 и мягкой вспышкой. Среди мультимедийных возможностей смартфона компания также выделила аудиочип NXP. Другие фишки Elephone P8 – это 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища, а за автономность гаджета отвечает аккумулятор емкостью 3600 мАч, которого хватит на 12 часов непрерывного воспроизведения видео. Технические характеристики Elephone P8 такие: 5,5-дюймовый Full HD дисплей с 2,5D стеклом, 8-ядерный процессор P25 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, поддержка карт памяти microSD, основная камера Sony EMX230, 21 Мп, 16-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой, аудиочип NXP, сканер отпечатка пальцев, аккумулятор на 3600 мАч, габариты телефона такие: 153,9 мм по высоте, 75 мм и 5 по ширине, 9,5 мм толщина, вес 186 граммов. Ось Android 7.0 Nougat.